Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Бадди, и мы продолжаем проходить игру под названием Far Cry по-русски. Это уже 10-я часть прохождения этой игры. Эта глава называется Лабиринт. Это финальная часть прохождения этой игры, ребята. Я еще не решился, что дальше стебать. Это будет или Far Cry 2, Far Cry по-русски 2, или... Вот у меня подписчик спрашивает, миссию атак пройти. Ну, я, наверное, скорее всего, там миссию атаку пройду, посмотрим. Не факт. Хочу сказать то, что я записываю просто, теперь прохожу эту серию нахер. Наверное, пятый раз. Меня уже бомбили жестко, потому что я в этой, блин, главе очень жестко тупил. А именно, вообще, блин, у меня выпуски длились типа, полтора по два часа. Я просто бомбил в конце. Я запутался. Это вообще потерялся здесь и прям просто заканчивал эту игру прохождения. Теперь, короче, я буду вот что делать. Я узнал то, что есть карта, вот по, ну, схемы, типа, по этой игре, поэтому я буду, короче, идти по схеме лучше, потому что, блин, очень трудно, я не... Ну, конечно, если тут целыми днями задрось в этой серии, то, да, можно найти выход из этого лабиринта, если, конечно, прям целый день сидеть. А так, конечно, я бы прошел без подсказки. Так как времени нет у меня. Просто убивать время вот на эту фигню. Поэтому я решил воспользоваться схемой. Но я пытался, ребята, пытался пять раз. Нет, не справился я. Так, нам сейчас нужно пойти налево. Тут хочется, да, вперед пойти, но нет. Тут нужно идти налево. Сохранение. Всех мелких убиваем. Кстати, тут, знаете, в чем прикол? То, что тут даже этот... По карте трудно ориентироваться. Вот по схеме. Так, сейчас я... Что сделаю? Ну, типа, отмечу. Так, все, я отметил, теперь можно идти дальше. Вперед. Так, туда мне надо идти. Сохранение опять. Вот это прикол здесь, блин. Так. Отлично. Этого мы убиваем. Так, выбор у нас вот здесь вот. Ребята. Или, короче, мы идем направо или налево. Сейчас мы определимся. Куда нам идти? Вот тварь, все-таки нас один раз ударил. Ну, я ему сейчас отомщу. За все просто. Стой, стой, стой. Чё-то, ребята, их тут много. Есть. Так, или нам туда, или туда. Давай сейчас я пока себя определюсь, блин. Сейчас. Так.
Так, тут мы вышли. Потом так, так. Ага, все, я понял. Нам нужно сейчас идти налево. Сюда, не туда. А вот сюда. Так, подождите, подождите. Сейчас я кое-что сделаю, отметим. То, что я вот здесь вот нахожусь. Так. Ага. Все, мы здесь. Теперь нам нужно дойти до конца, вот до тупика, типа. Все, минус бомж. Нам туда не надо идти. Но этих мутантов придется убить, чтобы они нас не преследовали. Жесть, что творится? Сохранение. Почему нам не дают патрон на броню? Это очень плохо. Так, что дальше? Куда там идти нам? Так вот мы здесь, да? Ага, все, я понял, понял. Нам идти дальше. Так. Тут мы, да, значит? Там у нас что? Там у нас тупик, да? Я туда даже ходить не буду. Мы должны пойти туда. Все, мы тут. Мы на месте. Идите нафиг. Сохранение — это хороший знак. Ничего говорили. Типа, вот ты правильно идешь, правильный путь ты выбрал. Так, иди нахер. Так. Давайте мы этого гиганта убьем. Так как здесь находятся патроны на дробовик. То, что нам сейчас необходимо. А теперь смотрим, куда мы должны пойти. Сейчас, в данный момент. Так, это мы сюда вошли, да?
ну я в принципе понял сейчас куда идти. По идее мы должны туда вот пойти, на сейчас налево. Почему не умирает? Он же с самого себя попадает сейчас. Все. Нет, лабиринт, конечно, разработчики не жесткий сделали, прям вообще. Они молодцы. В этом плюс. Для них, конечно. Да, сохранение, вот видите. Правильно идем сейчас. Да. Теперь делаем вот так вот. Я у себя на карте просто помечаю там. Ставлю галочки, чтобы не запутаться в карте. Короче, ребята, кому надо, вот типа тоже, кто затрудняется, вот прохождение этой карты, я вам, ребята, вот что сделаю. Тоже в описании. Кто хочет пройти, ну, быстро карту, не сидеть, задротить просто тупо. Застревать жестко. Быстро пройти, я оставлю, короче, в описании вам ссылку на эту карту как раз-таки. Так что, ребята, обращайтесь. Если что. Так, нам теперь в эту сторону, ребята, идти надо. Да, вот сиди, сохранение. Сейчас я помечу себе на карте то, что мы находимся здесь. Все, я пометил себе. Теперь можно идти дальше. Да, выбора нет, нам потом туда нужно идти. Так, сейчас я тут кое-кого убью. Все, мы его грохнули. Давайте им патроны возьмем сейчас. Так, сейчас погодите, я сейчас отмечу себе. Все, я отметил. Можно идти дальше. Нет, они реально очень жесткий лабиринт сделали, я просто охереваю. Я, блин, просто охренел. Я вот первый раз проходил эту карту, меня так жестко бомбило. Вы бы просто видели, орали просто. Это жестко было, я прям жестко орал прям. Понимаете, я 2 часа проходил эту карту, бегал не знаю где. Ой, просто жесть. Так, не понял. Что-то я малец заблудился, ребята. Так, вот мы здесь. Да? Я здесь не пойму. Так, он сейчас умер из-за анимации. Этот челик.
Сохранение, ребята. Значит, мы правильно идем, да? Если сохранение, да. Поэтому... Сейчас я отмечу себе. Все, отметил. Можно идти дальше. Погодь, сейчас я перезаряжусь. Отлично. Еще одно сохранение. Это получается мы... Ну да. Теперь идем туда. Мы сразу должны, получается, направо повернуть, да? Ну да. Да, видите, разработчики даже небольшую подсказку сделали, потому что, вот видите, большие, огромные стоят. Значит, нам туда. Так, кстати, сохранения нет сейчас. Кстати, да. Поэтому, может, даже мы сейчас неправильно идем. Ну, мы сейчас проверим. А, нет, мы правильно идем, ребята, мы правильно. Нам сейчас туда нужно идти. Кончились патроны. На наш дробовичок, к сожалению. Это очень плачевно. Очень печально. Так. Сейчас, кстати, большой коридор будет. Вот он, да. Очень длинный. Сейчас мы должны просто идти вперед. Судя по нашей карте. Сохранение. Так, идите нафиг. Продолжаем идти вперед. Так, тут мы никого не видим, да, еще? А вот еще они. Мутантики. Убиваем их. И нам теперь нужно идти налево. В левую сторону. Так, нам теперь нужно идти. В какую сторону? Ага, я понял, нам туда нужно идти.
Сохранение. Отлично. Мы приближаемся к нашей цели, ребята. Так, подождите. Так, мы находимся с вами здесь. Ага, все, я понял. Куда нам сейчас идти? То нам не надо смотреть. Нам туда идти надо. Вот видите, тут большой, огромный стоит. Большая мразь стоит. И он, можно сказать, нам подсказывает, типа, куда идти дальше. Да, мне надо, типа, тоже подсказки, куда идти. Если они там стоят... Значит, мы должны идти туда. Такие вот подсказки у них. Долго не мог убить. Это реально какая-то жесть. Что творится просто, я не понимаю. Так, тут мы должны, короче, дойти сейчас до тупика. Блин, у меня же патрон нет. Упс. Не-не-не-не, стой. Чуть не сдох. Фух, я чуть не сдох, ребята. Полная жесть. Просто полная жесть, нафиг. Так, идем дальше. Сохранение, отлично. Хороший знак. Правильно идем. Так, идите нафиг. Я на вас даже смотреть не буду. Идем дальше, вперед. Батарея закончилась. Стоп, стоп, чувак. Убили. Отлично. Нет. Не успел мне ударить. Так. Что дальше? Куда дальше идем? Судя по карте, я, в принципе, понял, куда идти. Ага, я понял, куда идти, да. Нам туда идти. Ну да. Нам сейчас туда идти. Их что, тут много, ребят?
охренеть можно. Чё-то их до хера, ребят. Капец. Мне капец. Не, хотя шанс есть. Шанс есть, шанс есть, шанс есть. Давай, чувак, ты сможешь. Я в тебя верю, чувак, давай. Он залагал, мразь. Что творится, ребята? Будем так его бить гранатой. А, мы его убили гранатой, отлично, получилось. Мой план сработал. Есть. Нам, короче, удалось это сделать, отлично. Теперь единственный вопрос, куда нам идти дальше? Так, я вот на карте смотрю. По идее, мы должны пойти сейчас. Так, ну... Ну да. Мы должны вот так вот идти сейчас. Туда вот. Да. Идем, ребята, сейчас правильно. Так, ребят, броник дайте по-братски. Получилось. Теперь идем туда. Вперед. Да, идем мы правильно. Так, ну, по идее, мы почти дошли, но нам еще идти и идти. Да, продолжаем идти вперед.
Тут их много, ребят, этих. Блин, начинает бесить уже. Меня задолбали. Идите нахер, задолбали уже. Чё они творят-то, ребят? Задолбали меня уже, блин. Так, куда нам дальше идти? Так, тут мы должны пойти вперед. Дальше. Да. Сохранение. Нам дадут патрон на этот, оружку. На броню дадут патрон, нет? Офигевшие люди. Есть. Нет, нам пока не дают. Очень печально, ребята. Мы теперь тут находимся. Есть патрончики. Так, экспериментал находимся, да? По идее, мы должны сейчас сюда. Правильно идем. Так, теперь куда идти? А, я понял. Туда нам идти не надо. Не попадешь. Не попадешь, лох. Не-не-не. Ваш пец. Так, нам теперь туда идти. Блин, ну карта, конечно, жесткая, я в шоке. Это самая жесткая карта, которую я сейчас прохожу. Вообще прям я.
таких не видел еще. Стоп, 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 стоп. Получай, мразь. Надо зеленую хрень стрелять, я не понимаю. Или в голову, желательно. Все. С этим разобрались. Теперь идем туда, да? Сохранение, отлично. Значит, правильно идем. Про сохранение. Блин, я уже задолбался их убивать. Если честно. Так, куда теперь? А, я тут понял. Тут, типа, мы должны до конца вот туда пройти, да? Да. Да, нам сейчас сюда идти, вот сюда вот. Надо мелко убить в руку. Все, сдох. Есть. Сохранение, отлично. Так, ну здесь мы должны до конца дойти вперед. Есть.
Так, ладно, я его не буду убивать. Так как мне что-то его жалко. Пусть живет. Дальше. Так, в принципе, ну, тоже должен туда до конца сейчас дойти. До туда. Так, я понял, что сейчас надо делать. Мы сейчас должны вот туда пойти. Где ты, мразь? Я тебя не вижу. Спрятался. Да, нам сейчас сюда идти надо. Как здесь огромно стоит. Я, кстати, заметил то, что в этом, в этой карте допущена схема ошибки, кто ее составлял. Но он все равно помогает, спасибо огромное. Здесь, честно говоря, немного запутался в карте. Как бы странно это ни звучало, но это так. Сейчас я определюсь. Ничего страшного. Сейчас я определюсь, где я нахожусь. Так, тут мы... Вроде никого нету. А ну все, я, короче, понял, где мы. А нет, подождите, я еще не понял, где мы. Находимся, подождите, подождите. Блин. Запутался чуток. Так а в какую сторону, блин? Так, сейчас я внимательно посмотрю по карте. Куда идти же? Так. Блин. Ты
Херово, херово. Конечно, очень плохо. Сейчас я запутался. Окей, ладно, давайте пока вот туда вот схожу. Проверю. Короче, где будет сохранение, значит мы правильно идем, все. Делаем таким образом, самый легкий способ определить. Нет, эта глава очень жестко, конечно. Я херею просто. Хоть бы нас не убили, хоть бы не убили. Пожалуйста. О! Я правильный путь выбрал, да ладно. Сохранение. Так, давайте теперь я определюсь. Сейчас надо определиться, где я нахожусь. Подождите. Блин, что-то жестко запутался сейчас. Да хрен его знает, где нахожусь, блин. Так, идите нафиг. Не туда попал. Я знаю одно, то что скоро будет еще одно место. Ну типа мы приблизимся к финалу. О, я нашел. Все, ребят, мы нашли, отлично. Нихера себе вас тут набралось. Ладно, я буду стрелять. Вот так вот. Первый готов. Блин, жестко, жестко. Утечка. Так, я убегу лучше. Не будем его трогать. Да, мы пришли, ребята. Нет, придется его, ребята, убить. Он нам мешать будет.
Все, сдох. Нет, только не это, только не это, только не это, только не это, пожалуйста. Нет! Не-н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 е. Пожалуйста, 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 пожалуйста. Нет, 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 нет. Прошу вас. Есть. Так, ребята, теперь нужно найти броню срочно. Броня или аптечка, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Аптечка есть! Хорош! И броник, найс, просто. Идем правильно. Сохранение. Я, походу, ни разу не сдох, кстати, в этой серии. Прикиньте. Кстати, что-то такое мне интересно узнать. А какой-то значок странный. Ну-ка. Так, ладно, давайте мы, короче, просто выйдем из этой грёбаной локации, блин, лабиринта. А там чуть-чуть осталось. По карте мы просто должны пройти вперед. Ай, блин, что-то я уже устал проходить эту серию. Финал такой вот, ребята, вот такой вот подарочек разработчику, блин. Да я в шоке, конечно. Это самая жесткая серия вообще из модов. Пипец, просто какой-то. Какая-то жесть. Что я вообще делаю, чем занимаюсь? Ну чё, ребят, вот и выход. Да, это выход. Мы сделали это. Мы это сделали. Все, все. Я понял, понял. Теперь все понятно, для чего мы должны туда идти. Там, оказывается, у нас бомба. Угу. Не понял, понял. Давайте за бомбы сходим. Все, мы его убили. А вот и бомба, ребята. Сохранение. Бомбу мы подобрали. Теперь идем вот туда, вперед, дальше. Все-таки эту мразь я нашел. С помощью этих замечательных очков. К счастью. Что, давайте уничтожим те камушки. Я
Не, серия, конечно, жесткая. Отходим. Все. Идем теперь туда. Выходим нафиг. Ой, как же я рад видеть этот зеленый цвет. Так, следующее задание захватил лодку. Хорошо, с удовольствием. Как же приятно, ребята, это видеть. Эти кусты замечательные, деревья. Ну, лодка находится где-то там, да? Ага, я понял. Поехали по тропиночке. Просто едем по этой тропинке. Короче, едем нафиг. Вперед и все, к лодке. Зачем нам эти их дома осматриваться останавливаться? Ну что, ребята, вот замечательная лодочка. Все, мы тут подорвали, наконец-таки. Так, тут нам разработчики поставили специально этот ящик, чтобы мы могли залезть, да? А, как я, мне приятно это видеть, ребята, вы даже себе не представляете. Так, в роли полковника Арнольда... Так, Алекс Мородов. Не успел там читать. Агента Дмитрий Колтунов. Алексей Николаевич. Николаев. Ну вот, ребята, мы прошли наконец-таки этот мод. Такой вот. Мне понравился он, если честно. Офигенный мод, нормальный. Сюжетка нормальная. Карты офигенные. Что могу сказать? Молодцы, супер. Получил удовольствие от этого прохождения. Вот. Хочу вам сказать, что это уже 34-я игра, на которой я прошел, ну, которую я прошел на своем канале. Варкрай по-русски. Надеюсь, вам, ребята, это прохождение понравилось. Короче, это... Следующую игру я буду, ребята, проходить. Наверное, все-таки миссия атака. Еще один мод. Подписчик просит, все-таки надо пройти. Это как-то неудобно получается. Ну вот, ребята, это конец. Всем спасибо, кто смотрел. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте, пишите комментарии. Всем пока, в следующем, короче. В следующем видео мы с вами встретимся. А в какую игру буду проходить, вы увидите в следующем видео. Всем пока.